Добрый день всем! Сегодня мы будем готовить грибной суп с мясными фрикадельками. Для этого нам понадобится фарш, головка лука, столько картошки, приправы, укроп, петрушка и вот эти грибы. Это мороженые грибы. Мы их собирали летом. Лисички и колпачки. И они почищенные, помытые. И мы их морозили в морозилке. То есть они у нас как бы с лета. И в супе они будут такие, как свежие грибы. Сейчас будем делать фрикадельки. Сейчас мы режем грибы. Мы их промыли еще раз. Они чистые, у меня я их перебрала, когда их морозила. Это свои грибы, наши лесные. Лук жарится. Ну, такие маленькие, я их не разрезаю. Побольше разрезаю. Лук уже готов. Грибы тоже уже готовы. Я их порезала. И сейчас мы грибы кидаем в суп. Картошка у нас уже закипела. Вот так выглядит наш суп. Мы кинули укроп. Мы сейчас его хорошо размешаем. И нам осталось, чтобы суп постоял бы 5-10 минут. Вот наш суп готов.